Всем привет, с вами Ирина, а в этом видео хочу показать вам вторую орхидеюшку, которая пришла к нам с бутонами. И дело в том, что после того, как я распаковала посылочку, буквально через день начали сохнуть бутоны и просто опадать. Вот. И это все-таки произошло, скорее всего, от того, что растение к нам ехала достаточно долго в темной коробке. Почему я сделала такой вывод? Потому как вторая орхидеюшка, которая к нам пришла с бутонами, она начала распускать свои цветочки, и с этим растением абсолютно все нормально. Вы видите, все бутончики на месте. Так что это уже особенность непосредственно вот этого растения. То есть это не то, что я что-то сделала не так, вот, но, скорее всего, что просто повлияла сама пересылка на то, что растение засушило бутоны. Но страшного абсолютно в этом ничего нету. На окончаниях цветоносов есть достаточно много уже бутонов. Вот здесь есть, вот на этом вот есть также бутончики. И они уже абсолютно нормальные, они не желтеют, то есть растение их не засушивает. Вот, так что вот такая вот ситуация произошла с вот этим вот растением. Но все равно цветочки, ребят, очень красивые. Настолько вот они нежные, такая красивая у них нижняя губа. Я не знаю, как вам это показать, чтобы, ну, вот как-то передать. Даже не знаю. Попробуем сейчас взять поближе. Но дело в том, что я беру, когда поближе, цветонос начинает шататься. И не очень хорошо видно. Но очень-очень красивые, ребят, цветы. Очень. Вот эта нижняя губка у них. Вот. Очень хорошо видно. Вот такие вот красивые цветочки, очень нежные, очень-очень. Так что страшного абсолютно ничего нет, но засушило растение свои бутончики, ничего страшного. Зато окончания абсолютно нормальные, то есть растение уже приходит в себя. Это растение у меня неделю, потому как там были праздники, потом выходные. Вот, и это растение у меня уже неделю. Так что теперь поедет к новой своей хозяюшке. И я думаю, уже окончательно после смены всех мест, скажем так, да, уже приедет растение в конечный пункт назначения. И хозяюшка обязательно уже приведет в порядок растение. Растение адаптируется, придет в себя и будет еще долго радовать своим цветением. Вот. Ну, а я буду с вами прощаться. Спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.